Слышим, слышим. Здравствуйте, добрый день. Посетители центра «Оптимист» в Пересвете и депутат Московской областной думы Александр Легков – давние друзья. Встречаются часто и всегда обмениваются подарками. Это так называемое потребование. Ну, в любом случае, есть же спрос, вопрос, задают пожелания свои оставляют, и мы с этим, собственно, пожеланиями работаем, презентуем, что ли, не знаю, потому что так вот общаемся, пьем чай, говорим про проблемы, слушаем, что нужно еще, и следующий визит будет уже с другими подарками. Центр постоянно посещают 35 человек, плюс участники клуба «Активное долголетие» со всего округа. Среди них люди серебряного возраста и с ограниченными возможностями, хотя, кажется, это не про них. Помимо того, есть физкультурный зал, где занимаются физкультурой, есть выездные какие-то сессии. Все участвуют и в самодеятельности, и поют, и танцуют. У нас небольшой городочек, и мы здесь дружно и весело живем. И к своим недомоганиям, и к возрасту относятся философски. Так, очень нужная вещь, без которой теперь мы не обходимся в силу возраста, измерять давление. Тем, кому необходимо, получают здесь рекомендации докторов. Центр из года в год пополняется медицинскими новинками. С каждым беседует вновь прибывший врач. На каждого заводится карточка у нас. На какие тренажеры, на какие процедуры у нас здесь еще сейчас есть ванна углекислая. Мы очень этому рады. Теперь здесь мечтают о новом массажном кабинете. Тем более, что часть оборудования уже имеется. Если вы хотите пополнить команду оптимистов, записывайтесь по телефону 549-85-03. Жанна Лавянько, Антон Коврижных, программа «События».